Хой, союзники! На связи от Спагеймеры, что же? У нас сегодня с вами Дюна, Докман и Шанхак, и, естественно, у нас с вами рубрика «Рандом Седоправ». Что же, у нас сегодня выпадает... Седьмая миссия. Осталось 3 миссии с учетом этой. И посмотрим, какая сложность нам выпадет. Страшное дело, но все же. Ха. Так, цифра... 3. Сложно. А это будет сложно, действительно. Потому что помните 2 миссии назад, что было? На сложности сложно. Хотя там войска были проще. Все-таки, да? Были проще войска и было... Почему миссия длилась 2 часа? Потому что я очень долго уничтожал базу. То есть они успевали возрождаться. Но тут войска-то будут сильные, то есть база будет рушиться быстрее. Хотя и у меня тоже. Не знаю, сколько тут будет домов, но посмотрим. Шучу, знаю. Я заранее знаю только карту. Карина Кар. Что же? Это забавно. Кто не смотрел прошлые серии, что вы тут делаете? Идите по подсказочке, по листе все есть. Я там объяснял правила. Если вкратце, у меня только одна жизнь. Я не знаю, какие будут десанты, что тут будет происходить, знаю только... Что тут за карта и что будет? У Атрейдесов тут будет... Да, тут будут Атрейдесы. У них, у единственных тут есть дворец. У всех остальных нет. Верно, тут будет 3 дома. Поехали. Так точно. Вроде все объяснил. Так точно. Ордосы, Атрейдесы и Харконнены объединились против нас, что само по себе недопустимо. Сломай союз 3 домов. Задание непростое, поэтому от имени Империи Сардаукаров я выделю тебе 20 тысяч кредитов на развитие из нашей казны. Довольно-таки короткий брифинг, что же, идем за советом. В центре X появились новые технологии, например... Декапитатор представляет из себя ракетный танк с удвоенной броней. Используй все технологии для достижения цели. Это задание очень важно для дома Сардаукаров. Что же, это будет, наверное, сложно. Сложная сложность. 2 раза больше собирают спайс, чем мы. Не в 3, как на максимальной сложности Муаддиб, который еще ни разу не упадала. Ну да ладно, меньше слов, больше дела. Поехали. О да, это будет весело. Что же, посмотрим, выживу ли я. Обнаружено месторождение Бриана. О да, 3 дома, прекрасно. Что же, давай. Как всегда, по старой схеме, все ближе делаем. Чем оно есть? Не медлим ни секунду. Я ничего не знаю, кроме карты. У меня всего лишь 1 жизнь. И рубрика заканчивается. Начинается новая игра. Хотя, возможно, нам снова выпала бы... Дюна. Такс, ближе к спайсу. Отлично. Отлично. 3 хватит. У них большое количество... Всего. Их до хрена, но лимит вроде бы всего лишь на 1 дом. То есть, если уничтожу 1 дом, второй начнет сильно строиться. Посмотрим, но я постараюсь что-то сделать с этим. Они со всех 3 сторон. Это проблема. Сами понимаете. Что же? 2 электричество. Пошел. Играю на клавиатуре. Как всегда, предупреждаю новых зрителей, а то спрашивают, почему у меня такие быстрые импуты. Просто клавиатура. Ух ты, черт, мать твою. Так, окей. Можно начинать идти через космопорт. Сильно-сильно рискнуть. Хотя хрен с ним. Дороговато будет. Давайте-ка не будем рисковать, через легкий завод пойдем. Одновременно строюсь. Хотя что дороговато-то? У нас 20 тысяч считали. Нужно это использовать. Ну да ладно. Пока что живем. База Трейдесов левее от нас. Я думаю, ее побыстрее уничтожить. Что же? Харвестеры. Надо больше создать харвестеров, чем они, чтобы... Сложность сложную покрыть, вот. Потому что нормально они собирают, как мы, а на легкое они собирают меньше, чем мы. Плюс у них тут больше уничтожающих зданий и войска, им за это плюс дают. Либо же половину суммы, вроде как, на харде. То есть, чтобы они дальше плодили, чтобы бот казался сильным. Да, так он ни на что не способен. Ладно. Что же? Давайте-ка сразу же выйдем. Нормальные технологии. Что-то нужно делать.
Я думаю, развитие по зданиям нужно. Так что давайте сразу в космопорт уходим. Да? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Думаю, девяточку сделать. Блин, три дома тут, это будет мало. Однако есть плюс в этих трех домах то, что уничтожаешь один дом, и типа второй не может приехать занять базу. Вот. Отлично, есть МСВ-шка. МСВ-шку строим, начинаем что-то думать. Радар, пошел радар. Давай-давай, прилетай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай, девятый и десятый. Девятый, десятый, пошел. Все, отлично, нам должны открыть электрон, верно? Блин, так все размещаю рядом. Ладно. Бой готов. Давай, иди. Вот сюда. Мальчик. Так. Начинаем хоть что-то заказывать. Ну, вот койоты неплохие. Хоть какую-то легкую оборону для начала. Заполнить лимит нужно. Будем так поступать, я без понятия. У меня всего лишь одна жизнь. Так что заказываем койоты. В принципе, они дешевые выпали. Рапторы хорошие выпали. Грады неплохие. Хороший старт. Могло быть и лучше, но все же. Места у нас достаточно. Все, товаров нет. Отлично. Пошел. Пошел, пошел. Такс, делаем дела. Ремонтные заводы. Отлично. Давайте, тут тоже плодитесь. Плодитесь. О, черт, хреново сделал. Что же, это проблема. Ладно, исправим. Немножечко облажался. С кем не бывает. Отлично. Так, думаем, еще один электрон. Еще. Не-не-не, не то, не то, не то, не то. Электрон. Отлично. И одну штучку. Одну штучку под названием. Бой готов. Так. Хранилище. Оно нам понадобится. Распределяем, давайте, за горами. Начинаем. Отлично. Хоть что-то. Так, не забываем строиться. Что-то нужно делать. Хм. Я думаю, сейчас... Раз, два, чтобы открыть новые технологии. Да? В тяжелый завод. И уже думать. И уже думать, мать вашу... так, в ракетные пушки уходим. Уходим в ракетные пушки. Уходим в ракетные пушки, и нужно что-то с этим делать. Так, тут сохранить некоторые войска. Уходим в ракетные пушки. У нас достаточно электричества. Отлично. Так, оборону занимаем. Примерную. Откуда они пойдут? Ну, а тут, наверное, и пойдут. Да? Занимаем оборону. Кто за горами, кто не за горами. Вот так вот все. Что-то нужно делать с этим. Начинаем уже думать. Такс, хреново дело, да? Ну, не, товара нет. Черт, плохо. Думаем. Раз товара нет, значит думаем. Ставим танки вперед, эти назад. Что-то думаем, что-то делаем. Танчики вперед. Так, давайте, стройтесь. Одну сюда хотя бы воткнуть. На всякий случай. Ну и тут думаем. Тут думаем. Подальше от пушек, чтобы агр убирать. Срочно. Что-то делать. Раскидывать войска. Как-то так, понимаете? Еще один град. Ну, товара нет. Плохо. Ну, рапторы. Но
Не. Давайте два града. Понимаю, что обнаружено. Но с градами не повезло. Похоже, поназаказывали, блин. Так, ребят, давайте-ка вы отойдете чуть подальше. Окей? Начинаем думать. Чего-то думать. Хоть как-то. Распределяем войска. Так, пушки так ставим. По электричеству пока что хватает. Неплохо. Пока что живем. Я принял тактику пока что сидеть. Не хочу я рисковать. Так, подальше друг от друга, чтобы сплэшем не задело. Натыкаем. До хрена. Этим можно и вперед вывести некоторые места. Все, стоим. Неплохо, неплохо. Отлично. Дополнительный. Думаем, думаем, думаем. Так. Мув, мув, мув. В принципе, неплохо. Этого пока достаточно. Мы должны теперь позаботиться об электричестве, но нам его хватит. Прекрасно. Начинаем центр X строить, в принципе. Нет, авиазавод. Я передумал. Я хочу авиазавод. Ты понимаешь, что к бою ты готов? Думаем. Авиазавод. Сюда сойдет. Отлично. В рифму. Центр X. Электричество должно хватить. Не-не-не, перестаем строить. Все, нужно развиваться. Тут раз, что можно пушку построить, чтобы вовремя как бы подхватить это дело. Давай, вычинивайся. Орнитоптерами я не думаю, что буду пользоваться. Начинаем. Чтобы было проще, я думаю сделать наискось. Тогда нас будут трогать. Давайте так. В принципе, лазертанки очень сильные. Можно с них начать. Да, потом уже нападать на базу. Посмотрим, что у нас с этого получится вообще. Но пока что так. Что по электричеству. Да слушайте, неплохо. Достаточно, достаточно. Так. Неплохо так-то, на самом деле, если так подумать. Ой, 288, какие дешевые, ё-моё. Зато противник ничего не сможет заказать. Найс, я их это обдурил. Так, давай. Будем думать. Нужно самолеты делать. Нужно по этим ходить. Может, дешевый есть какой-нибудь Харвестер. Ну, 30-32, ну до хера все-таки. Давайте еще один Харвестер. А, за 400. Понятно. Спасибо. Так. Отлично, ничего, сейчас самолетику понаделаем, побольше их будет. Этих ребят. Так. Отлично, можем развиваться и, в принципе, нападать. Что же? А, я не могу самолет делать? Почему? А я могу тут его заказать? Странно, лимит какой-то. Хорошо, это странно, если честно. Окей, лимит на обычные юниты. Почему на самолет лимит? Типа, что, много сделал? Серьезно? Ну, ладно. Чеш. Нам что, сложно? Будем думать, собирать войска. Нас еще не напали. А, можно самолет делать. Ладно, это странно было. Давайте-ка оставим на всякий случай тут. Потому что я хрен его знает. На нас нападет какой-нибудь фриман. Что мы будем делать?
Так что оставляем. Ладно, не хочет. Ну все, этого достаточно. Я думаю, этого достаточно. Что же, начинаем развиваться тогда. Да, максимальное количество юнитов. Но я думаю, начинать собирать хоть что-то. Каких-то обычных ребят тоже. Тут чуть поменьше будут нападать. Наверное, так вот сделать. Пока что так. Можно ракетницу одну украсить. Раз. Два. Ну и пойти, в принципе, со всем этим, да? Ну, я понимаю. Оу, черт. Началось. Да, нельзя, к сожалению. Так, что вы тут мутите? Все, отстаньте. Ну, приперлись. Так. Ладно, что-то попытаемся с этим сделать. Давайте. Давайте. Что-то сделать, хотя бы. Потому что нам нужно тратить лимит. У нас слишком много обычных войск. Я немножечко это... Переборщил. Переборщил борщ. Так. Ой, да, тут же фаджи-танки. Хотя, кстати, их... Мы же император, у нас много всего. У нас не только эти танки. У нас прям реально до хрена всего. Ха, классно. Так, сейчас будем что-то думать. Начинаем. Начинаем, начинаем. Оу, черт, куда поперся? Ну, в первую очередь бы экономику, конечно, да, хорошо было бы. Но все же. Хоть что-то уничтожить. Хоть как-то начинать, знаете. Было бы очень даже хорошо. Тем более мы такие прокачанные. Отлично. Ну слушайте, хоть что-то мы сделали. Неплохо. Очень даже хорошо, я бы сказал. Очень даже хорошо. До свидания. Прекрасно. Мне понравилось. Хорошо, очень, очень хорошо. О, щет. Вы чё, больны, что ли? Вы что-то творите вообще? Нет, запрещаю. Запрещаю это делать. Все, занято. Ну, приперлись, а? Смотрите, какие умники. Ты чё тут делаешь, идиот? У тебя спайс закончился, что ли? Не, конечно, все понимаю. Жадность, все дела, но... Вы чё? Понимаю, что комбайн атакован, ну, что поделать. Мы неплохо их покошмарили. Можем, в принципе, начинать делать фаджер-танки. Либо же через разрушители идти. Был бы неплохой вариант. Да? Но они медленные. Ракетницы эти тоже хорошие. Давайте-ка через лазер-танк вместе с ракетницами. Было бы, я думаю, идеально. Мы император, у нас доступно большое количество войск. Все же, да? Вот. А так, в принципе, справляемся пока что, смотрите-ка. Неплохо. Раз, два. Иди туда. Неплохо, ничего, справимся. Я полагаю. Да, тут за горами мы их тоже мучаем. Прекрасно. Нас будут пытаться уничтожать, но что поделать. Ну, будем стараться не уничтожаться. Так. Пошел. Шестерочки, я думаю, хватит, и начнем строить мощных ребят. Да? Шестерочки достаточно. Че, берем декапитаторы? Мы император, у нас есть все типы войск.
хоть чем-то прикол, но против нас сражаются три дома. Их, в принципе, еще четыре есть. То есть, Атрейдесы. Ой, Атрейдесы, говорю. Эти ребята. Ну, вы поняли. Забыл их, как зовут. Как его зовут? Короче, у них повышенная броня у этих чуваков. Фреманы, точно. О, база атакована. Прикольно вы придумали, а? Прекрасно. Что же, я смотрю, вам нравится. Хорошо. Будем думать, будем думать. Так, это не для боя, это нам нужно сражаться идти. Редеют ряды. Но ничего. Сражаемся как можем. Если честно. Так, отлично. Наверх. Пойдем разбираться. Так, вроде как, пушки все на месте. Падло, конечно, все это проверять, но... Силы пока что у нас есть. И это замечательно. Вы-то что тут за... Ё-моё, идиоты, а? Ну, прямо как в той серии. Так. Посмотрим, каковы они в деле, да? Вперед. Проверяем. Поехали. Парни. Ты чё стоишь, идиот? Из-за тебя мы лишимся дома. Одна смерть у меня уничтожит император. Черт. Опасно. Это было опасно. Что же? Признаю. Так. Через лазер танки, как всегда. Вы идиоты, вы спасать будете? Молодцы. Ну хоть так вы молодцы. На том спасибо. Главное, через клетку не стреляйте. Какую клетку? Я идиот. Через горы. Ё-моё, с ума сошел уже. Давай, войска уничтожай, в первую очередь. Здесь более опасные ребята. Не, ну неплохо, но... Вот этих вот всяких уничтожьте, пожалуйста. Я, конечно, все понимаю. Ну, ребят. Ну, ребята. Дорогие мои. Ну, что за херня, а? Не, ну вы, конечно, молодцы, окей, но... Окей, развиваемся дальше. А мы можем, знаете, что? Мы можем фаджетанками их поддерживать, да? Ох, черт! А выглядит как жесть. А выглядит-то как жесть? Неплохо. Совсем неплохо. Вы че, ребят? Хм, а они неплохо сражаются. Они могут меня поставить на колени. Идем через лазер танки, что же? Выглядит хреновенько немножко. Либо же мы их всех забрали в ремонт. Я не знаю, что происходит. Но фладжер танки пойдут наверх. Нехрен вам меня убивать. Уничтожать. Ставить так отставить. А почему? А, не высадились еще. Ну ладно, молодые, здоровые, поехали. Атакован комбайн. Я все понимаю, но что поделать. Атакован так атакован. Нам нужно хоть где-то собирать, понимаете? Хоть где-то. Так. Есть, ракетницы просто существуют. Отлично. Восстанавливаем оборону.
Думаем. Крепко думаем. Так, давайте-ка вот без этого, а? Понаприперлись, прям. Идиоты. Тебе совсем хреново, чувак, давай иди. Совсем все плохо. Товара нет, да я понимаю. Не, кошмарить надо их потихонечку. Он так атакован, но кошмарить надо. Хоть что-то делать, понимаете? Иначе нас уничтожат. Если мы так продолжим бездельничать. Абсолютно по-всякому. Хреновенько. Град. Смотрите, пока что держимся. Совсем неплохо. Держимся. Их даже достаточно много у меня. Прекрасно. Нет, не выглядит как проблема. Будем думать, будем бить. Электричество в порядке. Держаться можем. Войск достаточно. Так в чем проблема? Сейчас создам еще чуть-чуть этих. И посмотрим на ситуацию, в общем-то. Ну вот грады. Надо заказать грады. Нахрен мне инженер. Ладно. Ух ты чё, чувак. Да не, так. Иди. Будем думать. Будем бить. Да вы задолбали с своим атакован комбайн, если честно. Давайте сделаем комбайны, что ли. Чё не мучиться. Отлично, лимит войск. Значит, у нас все в порядке. Да вы задолбали, а? Серьезно? Атакован комбайн. Ну атакован и атакован, чё бубнить-то? Комбайн потерян. Серьезно? Хорошо, понял. Чё-то страшное назревает. Атакован комбайн. Чувак, ты серьезно? Смешно. Атакован комбайн. Да вы достали... Ох, фреманы. Чувак, иди, пожалуйста, подумай немножко. Атакован комбайн. Да ладно, уничтожайте комбайн еще. Я новый закажу. Комбайн потерян. Главное отбить территорию и все. Атакован комбайн. Так я разберусь. Ой, да, у меня лимит, прекрасно. Ну да. Главное распределение войск. И мы разберемся-то, в принципе. Понимаете? Надо просто посильнее пойти. Окей, забирай его. Мы пока постоим, подумаем. А так, в принципе-то, может что-то и делать. Вершить правосудие. А, прекрасно. Меня еще перекрашивают. Вот в чем дело-то, а. Не, когда-нибудь у меня заспавнится все-таки. Спайс. Через верх. Атакован комбайн. Суйтесь вперед. Это лишнее. Ч
Что у нас по времени? 24 минуты. Неплохо. База атакована. Чем она атакована? Моими же войсками. Прекрасно. Атакован комбайн. Не придуривайся. Пойдем. Атакован комбайн. Атакован комбайн. Ты серьезно? Уходи. Атакован комбайн. Комбайн потерян. Комбайн потерян. Эх, печальная ситуация. Но запас спайса есть. А так да. Печальненько. Но ничего не поделаешь. Как-то мы обороняемся-то им. Все еще. Строительство завершено. Атакован комбайн. Атакован комбайн. Наверх. Начинаем строить. Прекрасные танки. Атакован комбайн. Да, вы задолбались с этим атакован комбайн. Хоть что-то у вас не атаковано сегодня. Атакован комбайн. Атакован комбайн. Комбайн потерян, строительство завершено. Не, ну комбайнов мне много в этот раз уничтожат. То, что у меня тупо спайс не спавнится. Прекрасно. Может, он наконец заспавнится? Не, не заспавнится. Совсем все хреново, да? Я вас понял. Ну, ребят, ну хоть что-то. У меня тупо не спавнится спайс. Мне не везет. Не везет с рандомом вообще. Он должен спавниться. Чур. Это жесть. А чё я без ракетницы-то сделаю? Давайте попытаемся, хрен его знает. Давайте хоть как-то поднажмем, что ли. Давайте поднажмем, окей, окей. Давайте жать, я не знаю. Отвлекать, уничтожать, как-то, блин. Мне нужны комбайны, срочно. Чтобы они собирали там, где нужно. Харвестеры, пока не по 300. Нужно что-то делать. Обнаружить. Хреново дело, а. Отлично, ну уничтожил. Ну и все, стойте тут. За стенками, как-то тут. Пожалуйста, рушите экономику. Ломайте ее полностью. Пушки, серьезно? Может, мы просто уничтожим пушки? Нет? Я вас понял. Прекрасно. Ай, ситуация. Ну, хоть тут, окей. Но у нас с экономикой плохо. Нарушили нам ее. Мы хоть их тоже покромсали, конечно. Но все же, такое себе дело. Такое себе дело. Надо восстанавливаться, знаете. Вот мой тут собирает. Вот иди сразу и сдай, пока не поздно. Ох ты ж, ё-моё. Я понял тебя. Я тебя понял. Атакован комбайн. Слушайте, совсем все что-то хреново, да? Атакован комбайн. Комбайн потерян. Уничтожили мне просто в край экономику. Я не знаю.
Наконец-то мне чиниться дадут, спасибо. Хреново. То есть дело в том, что у меня тоже просто не повезло со спавном спайса. Это вообще жесть. Так бы я победил. Ладно, еще не все сдано. Еще есть еще сражаться. Главное отобрать у них базу. Это все. Так что давайте-ка вкладываемся, я не знаю. Феджер танки, наверное. Будем что-то с этим делать. Но они дорогущие, блин, ужас. Но нужно, нужно. Плюсом либо же в обычное вложиться. По типу койотов. Но их нельзя заказать. Их не хватает. Так что идем на фаджер танки. Иначе мы сдадим позиции. О, черт, мне еще и ломают эту штуку. Прекрасно, блин. Что-то нужно делать. И это что-то, блин, ну. Явно не там, где нужно. От какого хрена оно тут все открыто? Это как произошло? Окей. Мои самолеты вообще, похоже, ничем не занимаются. Я вас понял. Вот покошмарить бы, знаете. Ну что, у него все отлично с экономикой. В самый край бы укатиться, да помучить их там. Но я тебе так и сделаю. Хоть как-то, чтобы им харвестеры поломать. Пусть они тут. Но нужно, нужно собирать, понимаете? Нужно. Все, собирай. Да, ситуация. Ой, хорошо. Так, а ну иди сюда, дорогой. Все. Не даем, не даем собирать. Мы тоже будем им комбайн потерян делать. Хреневшие, а? Сломаем экономику, отодвинем. Давайте так сделаем, да? Потому что хоть что-то нужно делать. У нас совсем все хреново. Хоть как-то собирать, понимаете? Окей, за 300. Нужно хоть как-то это все восполнять. Серьезно? Куда этих утащили? На ремонт, что ли? Понял. Прекрасно. Замечательно. Другая тактика. Я пойду через лазертанки, буду стоять. Я буду постепенно продвигать оборону. Потихонечку начинают восполняться мои харвестеры. Давно я не слышал, комбайн потерян. Все, все, все нормально. Мы постараемся. Что произошло? Это еще как? Ты что, охренел? Офигеть ты умный, а? Ну и ладно, мне не так уж и нужно было это здание. Но ты, конечно, блин, юморист. О, да, вот эта миссия. Прекраснейшее. Обнаружено месторождение пряности. О, да ладно, наконец-то оно обнаружено, да? Прекрасный рандом, просто. Лучше вот не может быть. Атакован комбайн. Прекрасный рандом. Могло давно обнаружиться, нет? Я уже нормально бы собирал. Но нет, минус экономика. Потому что почему? Потому что игра так захотела. Это ужасно. Ужасный старт, типа, и мне прям не повезло. Но я готов сражаться. Очень не повезло, конечно, с экономикой. Просто ужаснейше. Ужасно.
Дайте комбайны заказывать, что и поделать-то? Чтобы рядом собирали. Все-все комбайны забирать. Ребят, давайте. Все, у нас есть шанс. Пожалуйста. У нас все еще есть шанс. Не забывайте. Что ты стоишь вообще? А, понял. Зря накричал. Не, ну это жесть, конечно. Просто жесть. Нахрен ты там собираешь? Господи. Ребят, давайте восстанавливайте. Ну, пожалуйста. Ну, не повезло вам со спауном спайса. Ну, хоть что-то делайте. Черт побери. Я виноват, что ли? Тут так три дома, мне еще не повезло. Вы серьезно, блин? Все, завершено, собирайте, давайте. Все, на своей базе, пожалуйста. Спасибо. Ужас какой. 34-я минута. Ну ладно. Есть шансы. Признаем, что шансы еще есть. Но кошмарить бы их не помешало, например, да? Иногда чисто вот. Так что я думаю, сейчас... Не знаю, как-нибудь провести их. Через обычных ребят пойти. Уходить войска, ну что-то делать. Ну, серьезно, блин. Прям не смешно нифига. Я уже должен был снести базу от рейдисов, я полагаю. А я все еще тут херню какую-то страдаю. Че у вас по этому, по броне? Все отлично, собирайте. Давайте, восстанавливаем экономику, срочно. Мне не смешно. Офигеть, конечно, спаун спайс, это просто ужас. Ужас, ужас. Град, отлично, давай. Давай, еще один харвест, ну что-то делайте, пожалуйста. Еще один град. Все, отлично. Собираем. Хм. Ну что, неужели так сложно, а? Обнаружено месторождение пряностей. Отлично. Отлично, что обнаружено. Замечательно, и все рядом. Смотрите, как удобно. А вот могу сразу. Это чур реально рандом, это не алгоритм. Нифига. Хотя все игры это алгоритм, по факту. Но это жесть, конечно. Наконец-то хоть что-то начало восстанавливаться. Все, спайс домашний. Просто у врага-то всегда много спайса. Им еще и восстанавливают. Вот харассмент харвестера будем делать. Вот это было бы классно. Так что давайте-ка мы на лазер-танки пойдем. И будем думать. Оборону главное восстановить. Плюс-минус. Прекрасно. Что вы тут делаете? Правильно. Херню какую-то. Так. Приказ уничтожить. Восстанавливаем. Замечательно. Дайте-ка вот четверо ребят пойдут просто будут разбираться сейчас жестко. Наконец-то все. Экономика есть. Близко к провалу, конечно. Да. Близко к провалу. Это, конечно, ужас. Такая ситуация, когда спайс просто не спавнится, но... Здравствуйте, Новый год, как бы. Очень-очень невесело, как бы. Вообще. Все, спасибо. Наконец-то хоть что-то начало восстанавливаться. Отличнейшее. А теперь давайте вы просто возьмете, во-первых, ремонт. Во-вторых, вы пойдете до самого конца и начнете харассмент устраивать, окей? Молодцы. Спасибо за понимание, блин. Это вообще жесть. Товара нет. Ну вот, теперь будет. Идите сюда. Ты тоже иди сюда. Давайте, разбирайтесь, ребят, серьезно. Не, мои харвестеры самые лучшие, конечно, но каким образом они теряют? Ладно, я ничего не понимаю.
Так, 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 так. Тихо. Это не надо ничего такое. Это неправильно. Молодец. Молодчик какой. Высаживай их. Так, нахрен пошел отсюда. Ой, как хорошо. А кто ж тут теряет? Наконец-то комбайн потерян. Вот и стойте тут. Насобирали, блин, идиоты. Собирают они тут стоят, прикиньте, что происходит. Собирают, Спайс. Все, будем тут стоять. Мы вас сейчас кошмарить начнем, ребят. Вы что? Приперлись такие, типа, здравствуйте, это наш дом. Прикиньте, анекдот. К императору приперлись. Ну, это вообще прям смешные какие. Это анекдот, да? Приперся, значит, как-то от рейда к императору. Требует у него выигрыш. Некую сумму. Говорит, победитель я. Ну вот, пожалуйста. Такая вот история. Я с этих товаров сейчас с ума сойду. Их нет просто. Что же, грады. 4 штуки хотя бы. Начинаем Ходжер танки, наверное, строить. Вперед. Так и сделаем. Либо же девастаторы. Или как они там называются. База, база. Чем занимаетесь? Не, ну молодцы. Хрен вам. Сидят такие, значит, собирают. Ну-ну-ну. Давайте, давайте. Ой, а кто же сюда подвинулся? Вот слушайте, какая знакомая ситуация, да, внезапно, вот просто. Очень-очень внезапная такая ситуация, что ребята вдруг решили сюда пододвинуться. Как же так-то? Что ж такое-то случилось-то, а? Что внезапность такая произошла? Ходжер танки строим. Чё же мы? Дебилы, что ли? Нет. Сидит, собирает. Чёрт. Ну, конечно, ты выдумал, а? Палимся, не палимся? Ну, давайте собьем его. Немножечко напугаем. Отлично. Начинаем что-то думать. Ой-ой, как же так, а? Спайс собирает, сидит. Думаем. Делаем дело. Молодцы. Думаем, думаем. Давайте, давайте, восстанавливаемся. Хрен я вам проиграю. Хрена с два. Как же так? Мы кошмарим их, Спайс. Собирать негде. Ой, какой сюрприз. Погодите. Внезапность. Опа. Ай. Быть наготове. На изготовку. Хреново. Накошмарим им их вообще неплохо. Заметили, как медленно идти стали? Ну, то-то же. А? Удивительная ситуация. Да? Ну и все, пошли нахер отсюда. Стерпеть вас не могу, а? Это теперь мое поле Спайса. Интересно, как же так получилось, что я могу тут собирать? База строительства. Так. Замечательно вообще. Будем думать, будем бить. Чувак. Собирает, я понял. Собирай. Собирай, собирай, дорогой мой друг. Теперь я сам о тебе позабочусь. Неожиданность, неожиданность. Так, только своих не бейте, давайте, потихонечку. Так, мне это не нравится. Отойдем, пожалуй. Ничего, ничего. Сейчас мы выдумаем что-нибудь. Какая неожиданность. Ой, а давайте-ка пойдем сносить прекрасную штучку. Называется вот это вот. Давайте, ой. Какая неожиданность. Ой-ой-ой, харвестеры ломаются. Что-то вообще происходит такое, знаете, необычайное. Даже не понимаю, как это вообще произошло. Вот. Ничего не было, и вот это. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится. Не, я выйду из экономики. С экономической ямы.
Так это называется. Ребята, дорогие. Атакован комбайн. Фаджер танки начинаем строить тут. А так, в принципе, можно что-нибудь еще заказать. Да? Такая вот судьба ваша. Быть уничтоженными. А что, все убили? Тогда как же так? А мы можем сюда пойти. Что, удивительная ситуация, а? Прекрасно. Мы уходим. Бьем тут всех, значит. Как так получается-то? Атакован комбайн. Вообще не понимаю ничего. Ну и прекрасно. Ты будешь ликвидирован, дружище. Хотя бы ты. Хотя бы ты, my dear friend. Прекрасно. Опа. Ладно. Ну тут меня убьет, окей. Что же, можно разрушители клепать. Полностью выносить просто их базу. Потому что они меня достали. И разбираться, в принципе, да, уже. Со всей этой мишурой. Которая тут понавылазила. Нет, товара нет, я понимаю, я понимаю, я понимаю. Давайте-ка мы просто... Не, вы серьезно? Я, конечно, все понимаю. Я такой весь красивый, замечательный, да? Че бы ко мне не подойти, конечно, не познакомиться, но... Черт побери, ребята. Обнаружено и обнаружено. Так. Как так получается, все просто... Удивительно, я бы сказал. Хм. Вы идиот, конечно. Атакован комбайн. Начинаем уничтожение. Просто уничтожаем, к чертовой матери вас. Очень интересная ситуация получается. Да, на удивление. Как же так? Все случилось. Атакован комбайн не атакован. Я вам запрещаю атаковать мои комбайны. Вот так вот. Запрещаю атаковать мои комбайны. Я, конечно, все понимаю, но все же нужно ценить игроков. Замечательно. Че, как же так получилось-то, а? Случайная ситуация, вот абсолютно. Никто ничего не знал, и вот оно опять, как бы. Все, замечательно. Попался. Нет, чувак. Ничего не будет тебе. Фаджер танки, пойдем. Заказываем. Замечательные танки. Так, чё? Койоты? Отлично, снова доступен. Товара нет. Понял. Я вас понимаю. Ой, ты чё так? Не, ну могли бы как бы и получше все сделать, конечно. Ну да ладно.
Я вас просто всех перебью. Интересная ситуация получается, да? Ну, первые почти вынесены. Слушайте, я почти вырвался. Еще и место зарождения пряности. Ох, как хорошо. Не, мне сейчас спайса не хватает. Окей. Дорого починка мне выйдет, но ничего. Не, ну ты смешной, конечно. Подошел такой, здравствуйте, типа. Есть компания Reflame, вот это вот все, ну вы понимаете. Так, давай, пошел. Первым делом бачки, в которые не собирают спайс. Улетел. Он улетел, но обещал вернуться. Нет, чувак, иди к черту просто, а? Вот и все. А теперь вышел отсюда. Чертило. Главное, что не у меня, и все. Так. Будем думать. Лазерные танки. Товара нет, как всегда. Ну, ничего нового. Подумаешь. С кем не бывает. О, не-не, это нам не надо. Обратно. Это нам не надо. Мы в адеквате. Ох ты, чувак, какой ты пораненный, а. Израненный. Бедный. Я считаю, что можно уже спайсовые эти создавать. Харестро. Какая-то хрень творится. Не, вообще неплохо, да? Хорошие танки. О, черт. Они друг друга не трогают. Прекрасно. Обнаружено месторождение пряности. Подумаешь. Не, ну и как всегда не у меня, да? Ну как, почти. Будем собирать. Будем убивать. Будем уничтожать. Ой-ой-ой. Не, ну вы, ребят, смешные, конечно. Может, пойдем собирать, ну, другое место чуть-чуть, нет? Ну, это так, подсказка, как бы, нет? Нет, не надо? Ладно. О, кстати. Кстати. А я достаю? Ох, вы мои хорошие, а? Не, удивляете, удивляете, хорошо. База атакована. База и база. Вы быстрые, давайте, давайте. Попадает по мне сучок, а? Хорошо. Уничтожил раньше.
Прекрасно, минус экономика у врага. Можем спокойно собирать там, где надо собирать. Прекраснейше. Но мы восстанавливаем, смотрите-ка. Что творим. Здание чиним. О, черт. Такого он. А мы сражаемся как тигры. Ну да. Политические идиоты. Просто уничтожение. Понял, чувак сам пододвинулся, пошел. Ну ладно. Шикарная картина, да? Сами от себя взрываются. Так, Харвестер не трогай. Идиот. Вообще неплохо. Очень даже хорошо. Ну, мы их почти убили, кстати. По-хорошему бы разведать. Что-то вообще есть. Да, смысла нет, урон не наносит никого. Так, я теперь знаю, что тут. Прекрасно. Атакован комбайн. Что, будем разбираться? Я думаю, мы вчетвером снесем их просто всех. Атакован комбайн. Атакован комбайн. У меня теперь целое поле спайса свое. Но эти дебилы все равно собирают тут иногда. Ну ладно. Давно я не заказывал. Чё тут? Можно. Прекрасно. Я счастлив. I'm happy, happy, happy. Я думал, это будет поражение. Но я держусь. Сколько там время? 55, а я вынес уже одну базу. Хорошо. Атакован комбайн. Выносите. А, ловко ты это придумал. Я же сначала и не понял, молодец. Сможем занять еще вторую базу, я думаю. Начать их кошмарить. Нужно как минимум дух подвести поближе. Ну, замечательно. Выносим. Что происходит? Я понял, мои войска дебилы. Ну, немножечко. Че это вы мотоциклики присылаете? Адекваты вообще нет. Ну, по сути, я тут вынес. Вы можете собирать, если хотите. Ну, так да, конечно. Пушку одну вынесли, но не критично вообще. Это вообще ни хрена не критично. Прекрасно. Ой-ой-ой, у нас тут красота какая-то. Замечательно, выносим.
По своим не попадайте, черт побери вас, а? Дурачки мои. Хорошие. Хм. Мило. Кто меня смог убить? У них тут есть еще чем нападать? Я не думаю. Давайте вынесем. Давайте начинаем копить. Че? Строительство завершено. Строительство. Чтобы всегда спайс был. Создадим MCV. Поедем на вторую базу. Что-нибудь сделаем. Я вообще полагаю, что тут можно поставить еще один электрон. Да? Электрон. Да, давай. Ой, да тут еще все лучше, чем я думал. Молодцы. Идем. База атакована. Давай. Строительство завершено. Так, давай сразу сюда. Ты тоже? Через верх. Да вы что туда перебрались-то? Не надо. Не надо так себя вести. Я вам запрещаю. Охренели, а? Не, ну горы спасают. Хорош. Смотрите-ка, вынесли. Ой, ну мой красавец, естественно, стоит и тут устраивает дебош. Что же, устроим еще один. Ставим сюда и начинаем что-то строить. Хреновое место, я понял. Давайте, поехали. Вторая база. Ну, естественно, я не знаю. Туда вот еще один этот. Хранилище. Не-не-не, зачем мне еще один самолет? Давайте мы их затроллим просто жестко. И все, сдерживаем. Они на сложном даже ничего сделать не могут. Вы идиоты, а? Пока что не строим. Пока что не строим. Давайте. Красавцы. Давай еще сюда один. Все, зафиксировались. Мое. Прекрасно. Атакован, так атакован. Это для нас не проблема. Главное знать, куда строиться. Как же так, да, получилось? Обогатите. Невероятная мощь просто. Не думал, что я вырвусь из этой ямы. Офигеть.
Разбираем последние остатки. Серьезно, они сюда приперлись. Фу, как некультурно, а? Мистер, вы чё? Какая база атакована? Вы чё, с ума сошли? Какая база атакована? Вы чё? Какая атакована? Зачем атакована? Ну ладно. А, они пришли спасать, я понял. Ага. Я вас понял. Приперлись. Ладно, будем тут собирать, чё. Хотя у нас там уже есть плиты. Что нам сделают? Я понял, они все туда прутся. Ну ладно. Освободили спайс. Что нам мешает собирать с той стороны, верно? Обнаружено месторождение пряностей. Ну вот именно. Я еще просто сделаю два харвестера. И пошлю туда, кого надо. По сути-то тут моя территория, могу хоть что тут ставить. Тя, собирает. Я понял. Лазер-танки, разберитесь с этим недоразумением. Ага. Здрасте, Новый год. Так. Не, ну, ребят, вы, конечно, смешные, я вообще в ахере с вас. Давайте-ка вы просто вот, серьезно, в нормальном месте начнете собирать, не? Хотя, да, я командир, я виноват. Я с командир. Тьфу, скрина ли он не будет атакован-то, конечно. После всего такого. Собирайте тут. А это добить надо. Где мои фаджер-танки? Нам это как заноза, блин, в заднице. Все, там и собирайте. А эти все еще тут собирают. Я вас понимаю, ребят, я вас понимаю, но не принимаю. Вообще. Вот серьезно. Не, ну бушуют они, конечно, ужас. Но, ребят, ну у вас есть место прекрасное, где можно собирать вообще безопасно, считайте. Давайте-ка вы там и останетесь, окей? Распределяем по всему периметру. Чтоб если что, вдруг кто собирал это. Тук-тук его и все. Прекрасно. Я уже думал, проиграю. Но пока что смотрите-ка, вынес первого. И это хорошо. У-у-у, повезло. Респект. Что же? Ха, левит. А может... Нет, нельзя. Окей. Не, ну это гений очередной, не понятый. Строительство завершено. Недопонятый гений. Че у нас, кстати, по этому? Ой, да хватает электричества. Вообще шикарно. Шикарно. Как бы сказал один персонаж.
Че, ну пойдемте. Тогда собираемся там. Организовываем. Строительство завершено. Организовываемся. Так. Молодцы. Собирают там, где надо. Не, ну всегда найдутся идиоты, конечно. Но, ребят, вот у вас даже тут вот спайси свободный. Ну что вы делаете, честно слово? Ну вот, вот, да ну вас, а. Так, не-не, какой разрушитель? Так, нормально. Без разрушения. Ладно, шучу, разрушение мы любим. Хоть мы и не харканы. Но мы это любим. Кто это не любит? Поднимите руки. Не, ну это издевательство чистой воды. Конечно. Потому что у нас даже нет этого. Ну а тут вот стоит это. Тут мы пока что собираемся. Давай. Иди сюда. Будем думать. Будем петь. Что-то у нас слишком много войск, да? Дай-ка один хотя бы сюда приди. Не, вообще красота, если честно. Если так подумать... Вполне себе неплохо. Самолетики летают, все собирают. Завоевали спайс там. Прекрасно. Можно было бы начать их самолетами кошмарить, конечно, но да ладно. Хотя почему да ладно-то? Не да ладно. Так, давай. Больше к нам фремены не придут. А, я не могу. Потому что у меня отсутствует этот... Тяжелый завод. А что отсутствует-то? Давайте построим. Мы ж тут богатеи до хрена, да? Так. Тяжелый завод. Так, давай, собирайся тоже за ними. О, везет. Я понял вас. Сегодня у нас день везения. Я вас понял. А, да? Окей. Теперь можем? Шикарно. Авиазавод. Нельзя. Сейчас соберемся, что-нибудь сделаем с ними. Начинаем. Стриж первый. Если я не зря все это строил. Стриж второй. Шикарно. Два сразу полетят. Будем их мучить. Пусть уничтожаются. На расстоянии причем. Бой готов. Молодец. Иди сюда. Так, ну тут будем производить что? Лазертанки? А, слот не можем поставить, я понял. Ладно. Что, поедем? Все за ним? Не, ну ребята, вы, конечно, гении, я понимаю все. Не, вы-то, конечно, гении, окей. Недопонятый. Видимо. Судя по всему. Окей, поехали. Сейчас что-нибудь мы им сделаем. Веселого. Птички, что там? Птички сейчас выпустятся. Мы вовремя подоспели. Считайте, что мы вовремя. Так, линейка. Начинаем думать. Начинаем нападать. Не, ну не так уж их и много, да, как кажется? На первый взгляд. Ой-ой-ой. Не, эта штука, конечно, мощная. Я все, конечно, понимаю. Хреновое дело. А, у меня еще и войска отодвинулись. Я понял, в чем дело. Я хорошо, хорошо, окей. Окей, окей.
Я понял. Пока лимит, короче. Мы сейчас лимит расширим, поскольку те войска считаются не нашими. Классно. Отставим. Угу. 4 штучки. Сейчас у нас будет побольше войск. Так, ребят, по новой. Ребят, по новой, по новой. Раз, два. Атакован комбайн. Огромное удовольствие и честь. Честь вас со врагов. Так. Сейчас что-нибудь надумаем. Нахрен вы, правда, тут собираете? Не, ну у вас спайса, что ли, нет? Я ничего не пойму. Ну вот и все. Собирайте там. Ой-ой-ой. Хреново. Так, сдавайте-ка вы отдельной группой пойдете, наверное. Чуть-чуть. A little. Так, что, самолетики построили, что ли? Ой. Как это важно. Строится? Хорошо. Погодите, тут такое совпадение. Атакован комбайн, база атакована. А чё толку-то? А нет для вас толку. По вашу душу. Диверсия. Тихо ты, не шуми. Не шуми, чувак. Не шуми, мужик. Началось, а? Так, идиотов есть. Так, это тяжелый случай, но мы все сделаем. Мне, конечно, очень сильно привносят эти чуваки. Эти чуваки мощные. Ты чё, офигел? Вы выдумали, а? Ходят тут всякие. Мы вам сейчас будем спайс кошмарить. Тут подумайте перед тем, как с нами связываться. Наплодили? Прекрасно. Что же? Что у нас по времени? Ой, час 15. Неплохо. Неплохо, неплохо. Очень даже хорошо, бы я сказал. Но нам нужны мощные танки. Через фаджер танки все-таки пойдем, наверное, я думаю. Ой-ой, вы что тут? Так, не. Мне это не нравится. Сразу говорю. Это вы что там выдумали? Не, не надо такого. Такого нам не надо. Вот именно. Так, давайте-ка разбираться. Это что такое тут? Не знаем мы таких. Вы кто такие? Собирают противные такие, конечно, а? Идиоты.
Я, конечно, все понимаю, а? Но че ж, лазертанки. Да, высокая сложность, конечно, высокая сложность. Высокая сложность, это высокая сложность. Перемещаемся, не забываем, где вы все нужны нам. Такс. Нет, это вообще гений. Я понял. Собирают. Бесит они меня, а? Собирают. Собирают, сидят. Я понял. Ребят, птички. Так, гении. Базу не атакуйте. Недопонят ты я. Пон. Прекрасно. Кто-то собирает. Расскажите мне, пожалуйста. Прекрасное чувство. Я думаю, даже парочку тут оставить. Чтобы кошмарить. А вот этим вот можно атаковать. Нет, конечно, гений, я понимаю все. Я, конечно, все понимаю. Да? Но все же. Может, все-таки что-то тут не так. Мощь. Мощь и сила. Правит миром. Итак. О, да, черт возьми, мы правы. Мы не можем ошибаться. Прекрасно. Ого, что ж там происходит? Трепет, шок и трепет. Помните такую миссию из одноименной игры? По-моему, все более чем гениально, не? Ев гениально. Пошел к черту. Все идите к черту. Продолжаем. Шикарно. Хм. Доигрались, ребятки. Вперед. Минус экономика. База атакована. Теперь вы понимаете, что значит сражаться со мной. Не, тут, наверное, уже не проиграю, да? Хотя сейчас лимит у Харконинов увеличится. Ну и что ты сделаешь, гений?
Ладно, неплохо. Но я-то сейчас разблокируюсь. Ладно, ладно. Молодец. Ух, у нас спайса. Много. Очень-очень много. Шикарнейше много. Шикарно. Так говорят победители. Не, ну пол руки, считайте, у него уже нет. Даже пол лица. Ну и кто вы теперь без этого? Без своей силы. Насильники. Из насильников максимум носилки. Так. Танки. Чтобы мы не могли ранить друг друга. Максимум фаджер танков просто. Так. По красоте. Сюда. Можем чуть помучить их. Тя, гений. Уничтожить. Хитрец. Окей, сражаемся. У нас будут силы. У нас есть шансы. Ща до хрена фэджер танков сделаем и уничтожим ту базу. А там уже и посмотрим. Так, гений, давайте. Атакован комбайн. Эх, на замену новый старый. Так. А чё там ломается? Не может быть такого. А, это я кому-то ломаю. Прекрасно вообще. Ломайте на здоровье. Ну, лимит. Окей, теперь я не беспокоюсь. Что же, мощь? Поехали. Понятно, я тут кое-кому собирать не даю. Вас понял. Такс. Идем. Сюда вот заползите. И начнем ломать их. Идиоты. Какая мощная машина. Черт побери.
Все-таки, да, если подумать. Это жесть полная. Сейчас, сейчас резко разблокируемся, и мы их всех уничтожим. Он отводит мои войска от себя. Какой умница, а? Смотри, что творит. Ха. Искусственный интеллект в этой игре хорош. Удивляет. Окей. Да ты чё? Какая неожиданность. Какая неожиданность. Не, ребят, конечно, бесит. Но мы справимся. Кошмарим самолетами. Так. Что, у нас все плохо собирать негде, что ли? Мы что, с ума сошли? Мы там как бы наоборот собирать им не даем. Не, что-то мне не нравится насчет экономики. Что за фигня? Ой, тут еще красивые ребята мои. Ладно. Пусть идут, собирают. Ну, ребят, ну, ну это серьезно. Давайте вы будете прятаться туда, куда нужно прятаться. Пожалуйста. Спасибо. Уф. Так. Надо разбираться, в чем у нас проблема. Лазертанки. Почему нельзя? Если можно. Ладно. Чёртовы гении. Шикарно. Вы уничтожите эту машину. Фух. Красавцы. Так. Аккуратно. Идем и уничтожаем. База, не база, не важно. Все, уничтожайте. Этих тоже. Спецвойска. Их спецвойска. Все, шикарно. Теперь идите, сами разбирайтесь. Прекрасно. Молодцы. А такого вон строительство завершено. Я понял. Ой, а чё это? А, ну окей.
Просто много слишком юнитов. Чё по времени? 1:30, я уже разобрался с двумя базами. Слушайте, прям как в той миссии, только эта миссия, это уже 7-я. Я выживу. Прекрасно. Ха. Мне это нравится. Замечательно. Теперь-то есть где собирать. Ну и молодцы. Уничтожайте последние. Оставшиеся. И в принципе все. Тут вроде все. Вычистили? Давайте проверим. И будем кошмарить их самолетами. Замечательно. Что же? 5 же фладжертунки. Чисто. Больше нас не побеспокоят эти ребята. И, в принципе, уничтожаем эту базу. Красиво. Тум-тум. Да, видимо, все-таки уничтожили, окей. Ну, а, понятно. Увели наших танчиков. Ща-ща, самолетики прилетят. И будет очень-очень больно. На связи? Не, все замечательно, экономика есть. Ща-ща, она прилетит. Устраиваемся. Давайте. По красоте. И будем жесть творить. Харвестер что, полный? Ну, естественно. Не, ну гениально, конечно. Так, давай. Раз, херак не по нему прям. Опа. Минус жизни. Чё, переворошил их всех? Вы напасть хотели? Вот оно что. Я понял. Минус. B- and best. Понял. Хорош. Красота. Убегай. Будем бить. Красиво. Атакован комбайн. Фаджер танки, пошли. Красавцы, давайте, давайте. Чем мимо нас проходит? Смотрите-ка, какая привилегия. Видимо, кто-то все-таки договорился с ребятами. Строительство завершено. Строительство. Так, давайте. База атакована. Строительство завершено. Шикарно.
завершено. Бой готов, бой готов. Так, восьмерка и десятка. Десяткой можно будет уже уничтожить. Да даже чуть побольше можно. Че, настолько сильно наши войска слили? Почему такой лимит? Ну да. Строительство завершено. Так, давай, двоечку. Строительство завершено. Красавец. Вась. Хорош. Лазертанки. Ого, выглядит опасно. Выглядит очень-очень опасно. Почему не раш остальные спайсы? Потому что они будут распыляться и переться прямо на войска противника. А нам это не надо. Нам надо в тыл зайти. Понимаете? Сейчас как раз самолетики подоспеют. Ага. Все как и умеем. Все по красоте. Атакован комбайн. Ну атакован и атакован, что такого? Что такого, что атакован комбайн? Так, спешить нужно. Пошел. Давай, давай. Шик. А вы-то что встали? Эй, все-таки кажется иногда, как будто бы это баг, знаете, разъединяются. Ну что, я их точно соединял все. Странно. Я могу заказать? Не могу, ладно. Не получается игру обмануть. Что же? Кошмарим как можем. Жесть. Подводим ближе и начинаем атаку. Еще одна группа. Повыше. Замечательно. Ой-ой, что ж такое-то? Где же наша пушка? Раз, два, три. Все дружно, залп. Мощь. Я император. Я буду использовать все войска. Плюс самолетики сейчас наши подлетели. Прекрасно. Мы их уничтожим. Минус экономика. Опа, и вместе с этим. Одновременно, давайте. Пах, почти. Да, конечно, с ордосами было посложнее. Они такую хрень творили. Развернись, помогай ребятам. Фух.
Фух, красота. Минус экономика, минус бачки, минус все-все-все. Страшные ребята, да? Тем более им не страшно количество здоровья их, потому что они в любом случае всегда бьют сильно. Сейчас минус пушка. За один залп просто. Раз и нет половины хп. О, еще самолетики наши подоспели. Вовремя. Все, ничего важного уже, что ли. Как будто бы это так важно. Ладно, расслабляться не будем. Поехали. За гору. Опра, микроконтроль. Отлично. Отлично, парни. Что же? Раз, два. Просто машина. Окей. Окей, чё вы стихли-то, а? Чё-то случилось? Неожиданно, да? Хотя да, я тоже стих, потому что у меня язык уже болит болтать. Тоже миссия сложная. Понял, харвестеры тут свеженькие стоят. Давайте, выдавайтесь уже. А, самолет строится, точно. Аж хоть что-то тут есть, есть. Ну все, идите. Давайте до конца сюда. И вы тоже. Ребят, можете немного это, мужики, харассмент устроить, понимаете? Сюда. Хватит уже стоять без дела. Всю игру. Ты тоже. Давайте. Встраивайте саботаж. Не будьте идиотами, не застревайте. Че, самолеты вылетели? Атакован комбайн. Комбайн потерян. Ладно. Потерян и потерян, с кем не бывает. Красиво. Куда пошел? Ракетница боком передвигалась. Обожаю этот баг. Шикарная комбинация, да? Всех мы просто задуваем. По красоте. Еще и самолеты летают. Красота. Красота. Ребят, лишнее внимание привлекает, но окей. Видимо, им так нравится. Так.
Минус. Best. Ребят, тут разбираются. Молодцы. Атакован комбайн. Не, ну вообще красавцы, да? Атакован комбайн. Давайте еще самолетов. Напоследок. Фух, миссия пройдена. Вначале очень не везло. Я быстрее бы ее прошел, я полагаю. Есть. Так, тут еще что-то есть. Разведуйте, мистер Ракетница. Миссис, точнее. О, черт. Я вас понял. Нужно пробить стену. Давай. Хоть как-то. Нахрен он атакован, и кем он атакован? Кем же он атакован? Торговой федерацией бичи этого... этой земли? Я тут богач. Я тут рич, а вы бич. Так, давайте рассказывайте шарманку. Что тут происходит вообще? Уф, хорошо закопались. Какая удачная у вас карта. Ладно, давайте, собирайте. Собирайте обломки. Ну вот и все. Это конец. Это конец для них. Победа! Есть! Наконец-то. Это было сложно. Но, однако, полегче той миссии, которая была та. Да, тут все-таки войска посильнее, быстрее разрушают здания, быстрее разрушают экономику противника. Победа! Невероятная победа! Стиснув зубы, ты нашел в себе силы выйти из окружения и сокрушить многочисленное количество вражеских сил. Ты настоящий мастер своего дела. Такая победа достойна награды, и ты получишь ее чуть позже. Уничтожили ордосов. Прекрасно. Час 47, даже быстрее, чем та миссия. Плеть дюны. При том, что они были на харде, да, они собрали больше меня в два раза. Но я сражался как мог. Шикарно. А что по зданиям? 8 зданий все еще меня уничтожили. Ну и то пушки всякие и так далее, когда я пытался завоевать другую землю. Что же? Вот пароль. Карина Лак. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я очень старался. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я отдыхать. Черт, мне же еще монтировать это видео. Ну ладно.